Друзья, хочу поделиться с вами своей идеей. Это идея о создании просветительского проекта в области психологии, который условно можно назвать «Я». Да, я вот записываю этот ролик прямо вот так вот, уютно разместившись в собственном доме на своей замечательной кухне. Мне здесь просто комфортно, очень удобно с вами общаться. В чем заключается смысл этой идеи? Дело в том, что всю свою сознательную жизнь, так или иначе, чем бы я ни занималась, очень большое время я уделяла всегда психологии. Это для меня безумно интересная тема. И у меня накопилось довольно много полезного опыта, которым вот у меня просто есть физическая потребность, необходимость с вами поделиться. Так скажем, психолог, вот один из последних ярких таких вот людей, да, личности в этой сфере, который на меня произвел большое впечатление, это Михаил Лобковский, психолог с 30-летним стажем и опытом работы в России и за рубежом, в Израиле в частности. Ну, в общем, очень стройная психологическая концепция, которая вобрала в себя множество академических знаний. То есть понятно, что без этого фундамента, без этой базы, без этих знаний, как бы, наверное, стройной теории не могло бы получиться. По результату, которая дает очень четкий, простой, ясный инструментарий, пользуясь которым можно качественно улучшить свою жизнь. Поймите меня правильно, единственное, что движет меня вот в желании заниматься этим проектом, это колоссальная потребность делиться этой информацией. В общем-то, потому что мне это доставляет действительно удовольствие. Нет никакой идеи альтруистической, миссионерской. Мне это нравится. Я очень люблю общаться с людьми. И поскольку у меня есть опыт, так слегка был опыт, возможность соприкоснуться с психологической профессией, в том числе есть опыт в качестве клиента, в частности гештальт-терапии, была возможность соприкоснуться с психодрамой, с классической и с гуманистической в изложении австрийского профессора Ханса Вернера Гессмана. Был замечательнейший опыт участия в семейных расстановках по Хеллингеру, которым занимается Ольга Иосифовна Троицкая в Москве. Это метод такой, к которому такое очень неоднозначное отношение в профессиональном психологическом сообществе, но тем не менее. Факт тот, что заход как бы в эту тему был совершен совершенно разных сторон. И есть большой такой вот опыт накопившийся, которым хочется поделиться. Если вы чувствуете, что сейчас большая часть ваших решений в вашей жизни продиктованы невротическими какими-то состояниями, то есть эти решения принимаются под влиянием страха, допустим, или в состоянии стресса, или вас вообще не радует ничего, да, вы находитесь в каком-то состоянии апатии, вакуума, опустошенности. Если у вас есть межличностные какие-то конфликты, вы не можете наладить, например, общение, диалог с родителями, родители с детьми. Если у вас есть трудности нахождения в коллективах разного рода, корпорации, будь это, значит, ваш рабочий коллектив, детский сад, школа, все что угодно. Ну и, собственно говоря, если у вас есть интерес вообще к общению, в частности, со мной, в глобальных перспективах вообще, если вы хотите иметь отношение к этому проекту, и что может получиться из этого проекта в масштабах небольшого нашего города Углич. В результате вот некого общения и диагностики, да, когда вы нащупаете, значит, в чем, собственно говоря, может крыться ответ на вашу сегодняшнюю ситуацию в жизни, которая вас, допустим, не устраивает, есть, естественно, информация о тех уже профессиональных психологах, к которым вы могли бы обратиться, поскольку я являюсь лишь идейным вдохновителем этого проекта, который вот только вот рождается сейчас. В общем, друзья, если у вас есть интерес, если вы хотите общаться, если вам интересна вообще психология, и в частности вы хотите что-то для себя новое понять и открыть, милости просим. Я думаю, что мы найдем возможность увидеться воочию в реальной жизни. Я вам всем желаю, чтобы вы ощутили новое качество жизни, чтобы большинство ваших поступков были продиктованы радостью, желанием, удовольствием.
чтобы вы почувствовали иной вкус жизни. И самый главный момент. Попытка решить что-то в своей жизни, минуя собственную голову, да, не работая с собой, со своей самооценкой, со своими ощущениями, как правило, это бесплодное занятие. Поэтому влиять на детей, на супругов, жен, мужей, минуя собственную голову, вряд ли получится. Поэтому я вас призываю осознать, наконец, что качество вашей жизни зависит только от вас, напрямую от вас. И самое прекрасное, что вам это подвластно, и вы сможете это сделать. К счастью, есть много-много положительных примеров. Ну, вот в моей биографии и в моей жизни собственной. Поэтому, друзья, вам всем желаю получать удовольствие от жизни. И надеюсь, до скорых встреч!